Привет, с вами Игорь. Сегодня покажу, как я подключил свой массив панелей. Значит, у меня, как вы уже знаете, с предыдущих видео 14 панелек. Такой вот массивчик. Подключил я их, разделил на две части, по 7 штук. Подключил я их последовательно 7 штук. Ну, вот здесь видно, у меня кабель заходит под конек туда на чердак. Вот, с первой панели, ну там плюс или минус, я уже не помню. Вот, потом вот эти панели, они включены последовательно. И с седьмой панели, вот, седьмая тоже плюс или минус запущен у меня под конек на чердак. Вот, это первая группа панелек. И вот вторая группа тоже начинается. Первый контакт у меня с первой панели второй группы запущенный тоже под конек, и там же с седьмой в конце так же само заведено сюда на чердак, а там я их уже подсоединял, эти две группы по 7 штук параллельно, то есть 7 плюс 7 в группе последовательно, а две группы параллельно. Вот, у меня получается с этих 7 панелей с одной группы 260 вольт напряжение, даже немного больше, там я мерил холостого хода. Вот, я так специально подсчитал примерно, ну, 260 пускай там при нагрузке упадет напряжение, там пускай до 220, 230, даже 200 может быть вольт, как раз будет нормально для всех таких этих тенов, спиралей, электроплиток, нагрузок на 220 вольт как раз будет нормально. Вот, а две группы, как бы получается, одна вторую будет поддерживать, соединенные параллельно. У меня получается напряжение будет как на одной группе, то есть оно не растет, а ток вырастет два раза, потому что я две группы параллельно соединил. Вот. И да, как я говорил уже, что будет одна группа вторую поддерживать, чтобы не сильно проседало напряжение при там, ну, пасмурной погоде. Ну, сейчас солнце тоже такое не очень. Вот оно у меня светит. У меня даже тут и угол не совсем правильный стоит. И направление этих панелей у меня получается, они сейчас смотрят на юго-восток. Это даже не юг, а юго-восток. Вот. Вот как-то так я их подсоединил. Ну, скажу наперед, я их уже включил на нагрузку. На нагрузку какую там, какое напряжение, сколько они выдают, я покажу в следующем видео. Но хочу сказать вам, что даже вот при таком солнце, как сейчас, и вот при таких неправильных углах и направлениях, я с них получил даже больше, чем ожидал. Я даже не ожидал, что так они будут греть и работать. Вот. Ну, об этом уже в следующем видео покажу, куда я их подключил. Напрямую, без всяких там инверторов, контроллеров. Пока что у меня этого нет. Денег у меня на это пока что нет. Пока что они пускай просто греют себе бойлер.
Вот. Ветрячок тоже могу показать. Работает. Вот. С крышей тут хорошо видно. Вон он, мой ветрячок. Специально его далеко так поставил, чтобы он мне тут не свистел. Ну, от дома примерно 100 метров где-то. Он у меня стоит в конце огорода. Ну, как-то так. Да, нагрузку уже буду показывать в следующем видео. Напряжение, как она проседает. Насколько хорошо это подключение такого типа. Ладненько. Всем до следующего видео. Всем пока.